Всем привет! В этом видео я буду лепить Майка Вазовски из мультфильма «Корпорация монстров». Внешне Майк похож на колобка зеленого цвета. У него один глаз изумрудного цвета и пара маленьких рожек. Вазовски много говорит и часто нервничает. Несмотря на то, что он представляет себя эдаким циником, за его попытками показать себя равнодушным, на самом деле скрывается чувствительная натура, не безразличная к чувствам окружающих. С детства мечтал быть пугальщиком в корпорации монстров. Для осуществления своей мечты поступил на учебу в университет монстров, который предлагал самое ужасное, в хорошем смысле слова, образование. С самого начала поступления Майк показывал свои обширные теоретические познания, демонстрировал большую тягу к знаниям, большую, чем все его однокурсники вместе взятые. Однако, его внешность не была достаточно ужасающей, и непредвиденные обстоятельства вынудили его объединиться с командой студентов-неудачников, чтобы устроить величайший переполох в истории университета. В дальнейшем его мечта осуществилась, и он все же устроился работать в корпорацию вместе со своим другом. Вначале в почтовый отдел, а позже дорос в карьере и до помощника пугальщика. Thank you.
Всем большое спасибо за просмотр видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, и если не подписались, то обязательно подписывайтесь на наш канал.